Прокуратура Армении требует от суда конфисковать у бывшего президента Армении Роберта Кочаряна десятки единиц недвижимости и средства на сотни миллионов долларов, считая их происхождение незаконным. Об этом сказала генпрокурор страны Анна Вардапетян на заседании парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам, пишут армянские СМИ. Так, у Кочаряна и семерых лиц, связанных с ним, прокуратура хочет изъять 25 единиц недвижимости. У второго президента также хотят конфисковать в пользу государства 5 транспортных средств, акции на 4 миллиона долларов. Прокуратура добивается прекращения участия Кочаряна в деятельности 16 юрлиц в Армении и за рубежом. По словам Вардапетян, ведомство настаивает на конфискации права требования по займам на 25 миллионов долларов. Еще 89 миллионов долларов средств считаются незаконными и подлежат конфискации.